Оказывается, театр – это не только сцена. Театр есть и в литературе, и в танцах, и даже в журналистике. Конечно, а доказать это надо на форуме «Одаренные дети России». Он проходит в Москве, и здесь 550 детей. Ого, это же целая школа. Только приехали все из разных городов. Первый форум провели больше 20 лет назад. Получается, первые участники уже выросли давно. Дети узнали в школах про эту программу, стали выполнять задания, присылать нам по почте. Мы проверяли и высылали им приглашение. Они стали к нам приезжать в институт, и там, в институте, мы уже проводили второй тур. Слушали живьем, так скажем, воочию встречались с детьми, которые прислали заочно выполненные работы. А потом проводили третий тур, где уже без подготовки наши участники форума выполняли задания жюри. Кто-то поет, кто-то танцует, а кто-то поделки свои показывает. Секция рукоделия тоже есть. А это из чего сделано? Из бисера. Долго делается. Ну, за 11 дней можешь сделать дерево. Есть даже секция для юных богословов. Неужели и им есть что рассказать про театр? А ведь тема формы театр. А как с вашей секцией связана? Красота Божьего мира, красота души и красота искусства может наполнять нашу жизнь. И дай Бог, чтобы эта красота искусства нравственно возрождала душу, семью, наше отечество. Понятно. Вот что значит выражение «любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Это слова знаменитого режиссера Константина Станиславского. Каждый должен объяснить, что они значат в его профессии. Ты там, например, рисуешь себя, и там вот какой я великий, ну это самолюбование. Если человек занимается своей профессией охотно и любит ее, значит, он любит искусство в себе, а не себя в искусстве. Я думаю, эти слова для любой профессии подходят. Вот если ты журналист, ты должен рассказать о том, что для всех важно и полезно. Если актер, ты должен сыграть в театре так, чтобы показать героя пьесы, а не то, какой ты молодец. А еще важно то, что на форуме участники со всей России. И можно познакомиться с теми, кто за тысячи километров от тебя живет. Лена путешественница, специально для Катунь 24.